открытая трибуна. Почему исправнее всего по коммунальным счетам платят именно пенсионеры? Потому что молодые люди более надеются на помощь своих бабушек и дедушек. И то, что нет государству помощи от государства молодым людям. То есть не дается очень высокий процент в банке для того, чтобы купить свой дом и все остальное. Я думаю, на мое мнение, они более ответственнее, они уже старые люди. И, ну, как сказать, у них старая закалка, в общем, и они платят вовремя. Я так думаю в основном потому, что пенсионеры намного ответственнее. Они прожили уже жизнь и понимают, с государством лучше не шутить. А молодежь думает, да ладно, в следующем месяце уплачу, да как-нибудь потом, а ничего не обойдется. Я считаю, что люди пенсионного возраста и пожилые люди, они более ответственные в этом плане. Как говорит мой дедушка, я не хочу быть должным. Вот. И я считаю, что у них запросов меньше, чем у людей среднего возраста. Поэтому так и получается. Потому что мне кажется, что люди среднего возраста, у них немножечко больше проблем бытовых, нежели у пенсионеров. То есть я имею в виду, это дети, это внуки, это дети, которые учатся в институтах, которые в основном платные, среднее образование, которое дети получают, школы, это тоже платно. Потому что я считаю, что они все-таки более ответственные, они воспитаны, это старое поколение, они воспитаны еще по старым принципам, поэтому они считают необходимым это оплачивать. Я так думаю, что потому что это люди старой закалки, они привыкли платить всегда, чтобы платить вовремя, чтобы не было у них долгов. А молодые семьи сейчас надо кормить детей, одевать детей в школу, это все дорого. Поэтому, может, это одна из причин, которые пенсионеры платят исправнее, чем молодежь. Вы знаете, я тоже пенсионер, и хочу сказать, человек старой закалки, наверное, скорее всего, я вот соглашусь, чтобы то и мнение такое, что люди более ответственны. Открытая трибуна.